Литва запретила российской делегации посетить чеченских детей в Вильнюсе. Шестеро воспитанников живут в детском доме супругов Гатаевых. По мнению правозащитников, этот инцидент может плохо повлиять на отношения России и Литвы. Российский консул уже выразил недовольство. Супруги Малик и Хадижат Гатаевы в 1997 году создали в Грозном организацию «Родная семья». Она занималась чеченскими детьми, потерявшими родителей. Позднее Гатаевы переехали в Литву.